Олимпиада кружкового движения пройдет на базе детского технопарка «Кванториум». НТЕ «Джуниор» – новый проект платформы НТЕ и президентской платформы России «Страна возможностей». За месяц заявочной кампании на участие в соревнованиях зарегистрировалось больше 8 тысяч школьников в 16 городах России. Принять участие в них могут ученики 5-7 классов. Финал Олимпиады пройдут в 16 городах страны. В Чебоксарах будет представлено три направления работы. Технологии для среды обитания, космос и мир роботов. Задания первого этапа для участников открыты с 6 октября. Чтобы попробовать свои силы в любой из выбранных сфер, у каждого школьника есть две попытки. Первая до 20 октября, вторая до 3 ноября. При подведении итогов будет учитываться лучший результат. Как отмечают организаторы Олимпиады, соревнования помогут школьнику определить свою сферу интересов и, возможно, будущую профессию. Победители Олимпиады станут участниками профильных смен лучших творческих лагерей и детских центров России. Прием заявок до 27 октября.